Сегодня градообразующее предприятие Зугреса Зуевская теплоэлектростанция отмечает свое 35-летие, а накануне в общественное приемное движение «Донецкая республика» в Зугресе состоялся прием граждан, который провел Александр Федоров, заместитель министра угля и энергетики ДНР. Как раз в его ведомстве станция оказалась после недавнего введения на ЗУТЭС внешнего управления. На прием к заместителю министра угля и энергетики ДНР пришли 10 человек. Основными вопросами, с которыми обратились граждане к Александру Федорову, стали вопросы выплаты долга по зарплате, организация управления на Зуевской теплоэлектростанции, повышение уровня оплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства. На все вопросы были даны ответы. Несколько вопросов мы взяли на контроль, будем проводить определенные проверки и давать разъяснения, вести, ну, скажем, дальнейший диалог, который, ну, не смогли разрешиться за один